Меня зовут Душа Гай. Я энергия, созданная светом и тьмой Гай, также известная как Баланс Гай. Моя работа – защищать нуждающихся и уничтожать тех, кто угрожает помешать сохранению баланса. Полагаю, вы можете назвать меня Высшим Стражем. Как бы то ни было, именно я выбираю, кого защищать, и сила Гаи не влияет на мой выбор. Никто не может уговорить мне, что делать. Если честно, я никогда не видел и не слышал своих создателей, но я ощущаю их присутствие, они наблюдают за мной, чтобы убедиться, что все под контролем. Я не знаю, почему они возложили на меня такую ответственность, да это и не имеет особого значения. Вам, наверное, интересно, где я сейчас? Вы полагаете, что я где-то в недрах планеты? Бездна? Это место, где нет ничего. Почти никто не знает о существовании этого холодного, уединенного места. Ни один призрак или демон не посмел бы появиться здесь. Я в полной безопасности. Бездна – мой дом, у меня никогда не было иного. Все, что я могу делать, это ожидать момента, когда потребуется моя помощь, даже если это займет тысячи лет. Душа Гаи – это маленький сгусток энергии, способный развиваться, становиться быстрее, сильнее и умнее, как живое существо. Вы удивитесь, но даже во сне я слышу голоса. Некоторые почти неразличимы, а другие слышны весьма отчетливо. Однажды я увидел чью-то фигуру прямо перед собой. Я не видел его лица, но знал, что этот человек не был ни живым, ни мертвым. Он оказался рядом, прежде чем я его заметил. Он говорил на незнакомом языке, которого я никогда в жизни не слышал. Я не понимал, что случилось. Казалось, этот человек знал о моем существовании. Почему он появился? Чего он хотел? Эти вопросы остались без ответа. Где-то не в определенном месте. Где я? Как я тут оказался? Я не помню, чтобы хотел сюда попасть. Подождите, что-то не так. Обычно сразу превращался в человека каждый раз, как попадал в новый мир. Но почему я не превратился сейчас? Может, это мне снится? Странно. Я чувствую чье-то присутствие, и это не человек. Эй, еще как? Ау! Она здесь! Она здесь! Ау! Эй, извини, паренек, я совсем не хотел пугать тебя. Ты знатно приложился в дверь. Не голова, а кремень. Да, ты прав. Не смешно. В любом случае, я не видел тебя здесь раньше. Судя по твоей энергетике, ты не монстр, как мы. Кем бы ты ни был, ты должен быть новенький здесь. Как тебя зовут? Правило первое. Никогда не называй свое настоящее имя. Но вы можете использовать свой человеческий псевдоним. Меня зовут Каз. А я Санс. Скелет Санс. Я здесь смотрю за приходящими. Просто стою и жду. Скукота. Санс, как давно ты на этой скучной работе? Очень давно, полагаю. Странно. Эта леди уже должна была ответить на твой стук. Эх, ее нет. Это плохо. Я придумал новую шутку. Тук-тук, кто там? Слушай, ты еще долго будешь пялиться на меня? Я не вижу, но чувствую тебя. Твоя энергетика необычная для этих мест. Ты не монстр, как мы. Ты не похож на монстра. Это что-то другое. Я не знаю, зачем ты тут вдруг появился, словно из ниоткуда. Странно это. Я чувствую, что мне нужно оставить тебя в покое, или я умру. Как нелепо. В этом мире убивая или тебя убьют, выживает лишь сильнейший. Когда я говорю, что твоя энергия необычная,
Я имею в виду, что отниму ее у тебя, и это даст мне абсолютную власть. Эта сила заставит монстров дрожать от страха. О! Ты решил сдохнуть, никчемная птица? Этот жар, мне больно. Это как называется тобой?